Европейский Союз рассматривает возможность использования технологии блокчейн в образовании. Об этом говорится в докладе «Blockchain in Education». Согласно этому документу, ЕС исследует преимущества и риски, связанные с использованием инновационных технологий в школах и высших учебных заведениях. Доклад включает 8 возможных сценариев для внедрения технологии блокчейн. Среди них – создание безопасной цифровой сертификации, многоступенчатой аккредитации, системы для начисления и платежей стипендий, проверка личности и отслеживание прав интеллектуальной собственности. В отчете говорится, в исследовании рассматриваются варианты привлечения заинтересованных сторон к созданию децентрализованного решения, которое позволит упростить и ускорить процессы, происходящие в сфере образования.